Всем привет, друзья! С вами Ева, это я, это прям вот я. И мы играем с вами сейчас в Inside. Это самая первая серия, как вы знаете, игра создателей Limbo. Она уже побила там все рекорды и просто мега много наград заняла. На E3, на прочих игровых выставках все почему-то ей восторгаются, восхищаются. Критики говорят, что это сенсация, прорыв, лучшей игры не существует, не бывает. Но, знаете, на данный момент, вот пока мы с вами тут начинаем, играем, да, графика мне очень даже нравится. Не запалили меня, нет? Не, вроде все нормально, потихонечку. Хорошо, идем. Мы играем, я так понимаю, за мальчика в непонятном, даже не назвать это постапокалиптическим миром, в непонятном мире, в котором он... Тихо, они здесь не идут сюда? Не, вроде нормально все. В котором он убегает от людей. От непонятных людей, ищущих его. Нужно быть вроде как грустным. Все должны подчиняться власти. Ну, короче, знаете, это некое подобие Рашки в будущем, мне кажется. Хотя, конечно, все злятся, говорят, нельзя говорить Рашка, нужно говорить Матушка Россия. Не-не, на самом деле ничего... Блин, сейчас меня точно запалит. Ничего против России не имею, но по сравнению с тем, какие законы сейчас принимаются... В будущем Россия будет выглядеть примерно как-то вот так. То есть у нас будет ходить конвой по городам, у нас будет ночной дозор. Не тот, который писал писатель-фантаст, забыл его фамилию, ё-моё, дай бог памяти, уж не помню. Нет, не вспомню даже, я почти уверена в этом. И чё? Ага, то есть там, наверное, нужно что-то скинуть. Ладно, сейчас, наверное, вот этот вот ящичек, который я перепрыгнула. По-любому вот отсюда его хватаешь. О, пацан, пускай он ей. Давай, толкай его, все, пускай ей. Давай. А теперь забираемся и прыгаем дальше. Ну нифига, вот это я вообще мощный. Столько головоломок уже порешала. Господи, уже чувствую собственное превосходство. Сейчас меня запалит, да? Вот сейчас вот уже чую, фонариком посветит. Да, гля, запалили. Быстрее, чувак, быстрее. Давай, бежим. За нами собака, ё-моё, гонится. Хватайся. А чё, собака не может прыгнуть за нами? Ну да, за что ей, в принципе, хвататься зубами. Только если за корешки. А зубами далеко не накарабкаешься. Так вот, я и говорю. Ничего против России не имею, учитывая, что сейчас вступили... поправку закона, с помощью которых нельзя больше выражаться плохими комментариями в сторону России. Я, короче, Россией горжусь и тому подобное. Вот, но не хочется видеть будущее своих детей именно вот таким, как прорисовано в данной игрушечке, в игрушечке Inside. Inside, Outside. Я не знаю, в чем заключается название Inside. То есть, наверное, за границей или типа того, мальчик, который сбежал из... города. Назад высот. Оп. Не запалил. А что, тут есть какая-нибудь секреточка? Не, нету. Ладно, хорошо, что я успела спрыгнуть и спрятаться. Он сбежал из города, я так понимаю. И inside это, ну, как бы за границей, наверное, что-то вроде того. Хотя это было бы outside. А шо? Фары потушим? Или нет? Нет, не потушили, и все, я теперь, короче, капец. Теперь нужно бежать. Скорее, пацан. Надо было, наверное, подождать, да, короче? Ну, там за мной слишком впритык бежали, прям вот слишком. Уже вот он на пятки мне наступал, тот страшный взрослый, скажем так. Ладно, но все-таки нужно, наверное, чуть-чуть переждать, пока та машинка... Давай, может быть, если я буду прыжками двигать, то быстрее? Давай. Ждем. Все, бежим теперь. Он там реально застыл. Нет, чувак, ну как же? Как же ты споткнулся-то? Вот взяли теперь и схватили тебя. Интересно, кто-нибудь еще вообще из тех, кто меня смотрит и когда-нибудь играл в Inside, запоролся на этом моменте столько же раз, сколько я? И гребаные палки, как можно было в гребаные палки споткнуться? Прям вот прыгнуть и налететь на них.
Это ж надо быть просто немножечко конченым, я так понимаю. Вот давай перепрыгивай, бежим, давай, давай. Сейчас на тебя еще собак, наверное, натравят. Тех самых, которые грызться не могут. Ничего сделать не могут. Бежим, бежим, бежим. Скорее по нам стреляют. Да, ты слышишь, по-моему, это собаки. Ну точно, это они, это они, это они, это они. Нам нужно скорее, нам нужно ускориться, ускориться, ускориться. Что это? Это вода? Это вода? Влево плывем? Ой, ой, а можно ускориться, 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 пожалуйста, пожалуйста, я умираю. Блин, надо было всплыть, воздуха немножко набрать. О, я всплыла. Нифига себе. Я всплыла, реально. Вот так вот проплывем вплотную. И налево. Я точно видела, что налево можно куда-то плыть. Давай, 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 давай. Жаль, что тут ускоряться нельзя. Даже в грёбаном море in the Blind Forest можно было ускоряться. О, слушайте. Что это? Какой-то волшебный сияющий гриб. Не так ли? Давай, ну. Это нужно съесть? И он мне придаст суперсилу или что? В мутной воде открыто достижение. А-а-а! Ничего он нам больше тут не дает. Вот оно что. Скрытые левлы, значит. Хорошо. А еще вот... той фары по-любому нужно укрыться. Раз нам налево больше некуда идти, значит здесь, направо, под фарой, мы скрываемся. Take me to the other side. Они какие-то глупые. Почему даже не могут фары налево-направо посветить? Я буду светить в одну точку, чтобы была деятельность моей работы. А теперь вообще потушу фару и скажу, что этот пацан больше никогда не всплывет. А, кстати, вот сейчас он может ехать и вдоль берега уже подсвечивать. Что это? Это свинки? Алло! За ушко такой дергаешь, свина, свина, пойдем со мной. Нет. Нет, не судьба. А, кстати, они же там потушили фары, хотели уже ехать в мою сторону, нет? Вроде пока никого не вижу. Я же недавно читала гайд по ачивкам. Точно. Точно. Мне очень сильно запомнился там гайд на поле. Когда пацан бежал, и где-то там в середине поля нужно остановиться. О, тихо, тихо, тихо. Не падай, вставай. Классно прорисованная анимация. Где-то вот здесь, по-моему, нет? Нужно подергать. Кукурузное поле. Да, вот он. Точно, я видела эту ачивку. Да, я видела, здесь находится еще одна ачивка. Слушайте, я вообще безумно горжусь сейчас собой, то что... Чё это? Ну, здесь, видимо, ничего нету, да? Чок. Чок. Нет, ничего нету точно. Горжусь собой, что посмотрела ачивки. Не-не-не, вот здесь нужно обязательно пройти. Забираем, ломаем. Да, как я могла забыть-то вообще? Полевое исследование, это проявочная какая-то, прям как будто в Life is Strange вернулись тот самый. Маньяк-психопат, вот он где, значит, сделал новый бункер, все понятно, новые 2 миллиона вложил, короче, и даже, наверное, убыли не почувствовал. Я-то думаю, почему, короче, этот шар показался мне знакомым, ни в какой игре вроде раньше его не замечала. А тут вот оно что, это что там, Ципа бежит за мной? Ципочки! Ципа, откуда вы тут на поле? Вы сейчас, наверное, из-за того, что вы пищите, меня запалят, да? Цыпочки. А там еще одни есть, ваши братья-цыпочки. Ой, цыпочки, привет! Как они пищат, милые, они еще и бегать за мной будут. Так, я назову тебя Джош, Мэнни, Марти, Кортни, Лафти и Хьюи. Мэнни мой любимчик, на самом-то деле. Всегда любила Мэнни. Он был самый пухленький из всех этих маленьких цыпляточек. Бежим за мной, мои друзья! Вы что, нифига у вас сколько много? Вот туда не хочу, есть это трупы или чё? Мэнни, ты должен пойти проверить, ты самый жирный из нас, как я уже сказала. Пускай тебя съедают первым. Подожди, подожди, это, по-моему, свинки. Те самые, которые мы видели там, при выходе из поля. А почему здесь столько мертвых свиней? Никто даже бекон из них не делает. Офигеть можно. Нет, эта дверь не открывается, значит, мне нужно прыгнуть сюда. Извини, Мэнни, ты до сих пор остаешься моим любимчиком, конечно. Но не сегодня. Сегодня мне нужно выживать. Вот здесь вот нужно открыть, короче. Давай, откроем дверь Мэнни. Идем, идем за мной, друзья. Правда, меня бесит то, что они так много пищат. Мне кажется, реально меня запалят из-за них. Так, что тут? Ага, что это?
Ага, понятно, ничего. Угу, вон тот кулек, мне нужно его. Ага. Давай еще. А, уже работает? О, нифига. Но что-то нужно сделать еще, чтобы вон тот сверху кулек сена спустился вниз. Не зря же эти цыпочки мне даны. Давай-ка мы дернем рычаг. Ой-ой-ой, цыпу засосала. И она врезалась, но не умерла. Все, дошло. За мной, цыпы. Мэнни, веди их там всем, я верю в тебя. Иди сюда, Мэнни. Мэнни. Не зря же в честь тебя назвали одного большого прекрасного мамонта. Давай бежим. Нужно успеть быстрее, цыпочек. Давай. Они не умирают, я видела, они не разбиваются. Да! Мэнни вылетел последним или его переработало? Там кого-то всосало. Наверное, это был Хьюи. Хьюи всегда был немножко отсталым. А можно ли взять цыпочек с собой? Ну-ка, ребята, цыпа, пойдемте со мной. Короче, попробую вас туда забросить. Попробую пойти дальше тоже со своими друзьями. Да, они туда идут. Но они спрыгивают, мои зайки. Смотри, один, по-моему, все-таки умер. Ой, ну я говорю, это был Хьюи. Ладно. А Хьюи мы попереживаем немножко в следующий раз. Уж извините, друзья, уж извините, я немножко не скучаю. Тем более Хьюи был одним из самых мерзких, пищащих. Мне нравится прыгать, да, извините, я буду постоянно прыгать. Ассасин! Бам! Свиней. Он ноги сломал, да? А знаете, откуда я об этом знала? Да, потому что я вспомнила опять тот самый гайд по ачивкам. Господи, вот я сейчас прям почувствовала много мурашек. Много. А, это живые свиньи. Да, они живые. Эй, Брё, вы там живые, да? Да, несмотря, они живые, они тут даже двигают носиком, там ушком, только они как-то гипнотизированные стоят. Ну да, в принципе, что там греются. А из-за того, что греются, им особо ничего не нужно. Похавать, есть, повеселиться, есть. Нам, по-моему, нужно налево прыгать, но я еще вот направо прыгну, посмотрю точно, чтобы убедиться, что здесь ничего... Да, все, нам нужно налево. И прыгай! Да. Все, шикарно. Нюф-нюф-наф. Оп. И разобиться не хочу. Оу, шикарно. Ну, прям точно ассасин. Большой, великий ассасин. А слушайте, может быть, здесь можно открыть дверь для... моих маленьких цыпляточек. Нет, здесь нет двери. Здесь просто страшные, очень опасные свиньи, которые меня пугают. Лучше, пожалуй, я выйду отсюда. Что с этими свиньями не так? А эта свинья здесь была? А, ну да, я на нее свалилась. Take me to the... А что это такое? Смотрите, червячки какие-то. Фу, глисты. Фу-фу-фу-фу-фу. Надеюсь, я не сильно испачкалась в них. А их много. А, это дождевые черви. И что, типа, эти черви, они, ну, это... Падальщиков переделались, свиней наших жрут или чё, как, не пойму. Нет, ни в коем случае. Я вообще-то, между прочим, ради прикола прыгала, а тут, видите, оказывается, вот очень полезно. Грязь, она меня съедает, я не хочу умирать. Фух. Take me to... Вы смотри, у них реально черви какие-то. Вон у одной из уха, у одной из жопы торчит. Вот, ну и вон целые кишки. Нет, не трогай меня. Фу, блин. Ты чё, блин? Отстань. Своими глистами. Вот, понятно, что это чуваки, которые... Это, наверное, сотрясение мозга получил. Да ё-моё, ну подожди, ну что ты делаешь? Свит! Что это такое? Как до этого достать? Может быть, тебе сюда нужно, чтобы втемяшиться немножко? Точно. Ой, фу, это реально был червь. А помните, в Лимбо были черви? Да, в Лимбо были черви. Точно, я помню, они тоже подчиняли себе разум. Ну, с этой идеей далеко разработчики, конечно, не ушли. Грустно. Вот сюда вот по-любому эту штуку нужно достать. Да? Блин, а что это такое? Так, тут, походу, нужно что-то делать. Да, типа, сетку поднимать. Ну, давай. Давай, типа, поднимай сетку. А, я поняла. Блин!
Да ладно. Толкаем. Зачем толкаем? Нет, тянем обратно, наоборот. Может быть, если... О, точно, точно. Тихо, убегаем, чуваки. Я не дам вам погибнуть. И чё, я типа... Опа! Отключилась. Свин, пойдем со мной. Пойдем, мой дорогой друг. Я буду звать тебя пункт наблюдения Гибралтар. И это вовсе не из-за того, что я переиграла в Overwatch. Все, ты не можешь идти со мной. Ну вот, блин, мы не Гибралтар. Сколько еще мы потеряем наших в этой войне? Опа! А вот здесь я не помню, есть какие-нибудь ачивки или нет. А нет, там, по-моему, ничего нет. Там можно прятаться, если играешь с какими-нибудь недалекими чуваками в прятки. Нужно было сюда тоже тех больших взрослых подвести, а то как я один, ты подыму это. Пойдем, пойдем, пойдем. Вау! Здесь уже светло. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Здесь уже страшненько, смотрите, здесь кто-нибудь за мной наблюдает. Какой-нибудь стрёмный фермер сейчас издалека будет меня палить из ружья, да? Нет, я вижу новую головоломку. Из многих людей. Чух-чух-чух-чух. Даже это не головоломка, это, по-моему, нубы, людей как поросят ведут, да? Смотри. Они явно ждут своей очереди. Там стоит большой грузовик, за которым злые дядьки эти, точно говорю. Так, это вот нужно сюда подвести. Это по-любому нужно... А, нет, нужно отвести подальше, наоборот. Ух ты, вы слышите, даже звук поднимания по цепочке проработан. Постарались вы на славу. Красный свитер вы мне дали. Так, мне что-то дико... О, вы слышите, это Мэнни, он телепортировался. Мне кажется, здесь должна быть какая-то ачивка. Но я не помню, какая, не помню. Вообще, хоть и бей, не помню. Ой, ну все, ладно. Если уж пропущу ативку, так пропущу. Ну, это все будет в следующей серии. Всем большое спасибо, друзья. И пока. С вами была Ева, игрушечка Inside. Мы записали, прошли первую серию. Она у нас прям как-то по маслу шла. Несмотря на то, что это головоломка, мне почему-то они дались нереально легко. Я прям по наитию понимала, что нужно делать.